Итак, дорогие друзья, так как мы будем работать Java, мы установим с вами все-таки среду разработки NetBeans. Это среда разработки, распространяемая Oracle. Поэтому я дам эти все ссылки. Может быть, будет немножко медленно, но буду сразу делать. Итак, переходим на сайт и скачиваем среду разработки. Скачиваем последнюю версию. Мы будем ставить на Debian 10, на Ubuntu, так как мы будем SHA файлы, поэтому без разницы, все можно на любой Linux ставить. Скачать LTS. Нам надо установщики. Вот этот выбрать, Bin Linux, Apache NetBeans. Zip мы не будем ставить. Скачиваем. Дальше нам предлагают скачать разные зеркала. Первое скачиваем, сохранить файл и сохраняем. Мы работаем в школе, значит, те, кто начал с этого видео, ребята, обратите внимание, у меня своя система, немножко не похожая на другие. Ранее я давал языки программирования, как все, в принципе, начиная с типов, но так получилось, что когда в группе я направлял ребят и работали в основном с функцией, все они начали неплохо писать. Поэтому полностью применил систему с 2020 года. Начало с функций. Что важно? Python, Kotlin, JS, ну, возможно, Java еще появится. Начало с функций. Неважно, вы новичок или работали с языками, но я просто рекомендую. Уроки написаны так, что функции делать таким образом, чтобы они считывались моментально. То есть в коде вы должны считывать моментально, должны происходить три вещи. И дам вот это видео, сама система, да, почему? Потому что в первую очередь самое главное, сейчас продолжим уже, смысл работы над кодом. То есть если у вас будет система отработки кода, значит все будет нормально. Если вы начнете чего-то пропускать и не будет системы, то это будет немножко хуже. Когда в этих трех языках, ну и в Java там метод, это он объектно-ориентированный, в любом случае функция занимает основное место. Когда мы научимся работать с функциями очень круто, то есть считывать моментально, это первое. Второе, четко понимать, как вызвать функцию и видеть это в коде. И третье, знать очень четко исключение, если мы не вызовем. Для этого надо просто писать код, много кода писать. Какие будут исключения? Тогда все получится. Так как мы изучаем несколько языков, то у нас быстро очень отделяется то, что относится к программированию в целом, например, там функции высшего порядка, параметры, вызов, от реализации в языках. По сути дела, мы потом беря, то есть вклинившись в абсолютно любой язык, можем начать на нем писать без проблем. Full stack, короче. Ладно, поехали. Итак, что мы делаем сейчас первым делом? Нам надо обновить в школе spb-tut.ru. То есть все здесь есть, смотрите путеводитель, все разберетесь. Нам надо первым делом обновить, и в школе мы ставили здесь Java, ставили Python, все, что мы хотим настроить NetBeans на несколько языков. Java, JavaScript, Python, Django и Kotlin. Первая вот эта команда. Вторая, если у вас не установлена, но должно быть установлена, ставим JDK. JDK ставим
от своей версии. У меня здесь в Debian 10 стоит 11. Ну, когда вы дефолт, то вы будете четко понимать, что там стоит, да? То есть ставите в зависимости от своей версии. Либо какую-то свою, не ниже восьмой, а выше можно любую. Значит, проверяем, когда поставили, проверяем Java version, и Java version должно совпадать. То есть все нормально. Что найдете в интернете. Перед установкой обязательно используем какую-то программу, которая вам нравится для сохранения снимков. Я использую TimeShift. И вот я написал перед NetBeans. NetBeans. То есть обязательно. Программу вы эту найдете, как установить легко, мастер, если пробежаться, Sync выбираете. Далее выбираете хранилище. Лучше всего выбрать съемный носитель. Создание снимка у меня отключено. Я создаю снимки, когда считаю это нужным, то есть когда что-то установил. Домашние каталоги пользователей вы можете отметить, включить все. То есть будет восстанавливаться до последнего файлика, до последней записи. Имейте это в виду. Поэтому, если вы хотите отогнать, у вас есть что-то несохраненное, важное, да, перетяните тогда это на флешку. Поняли, да? И нажимаем создать. Первое создается полностью, остальные все только изменения. Итак, у меня Java установлена. Скачалось уже, я думаю. Видим это, ну, можно было все побыстрее сделать, но так как, учитывая, что могут быть новички, значит, скорее всего, у вас скачивается в папку downloads или загрузки. У меня в загрузке. Загрузки, нажимаем ls. Мы видим эту папку. Это, то есть, файл. Да, там нода в NetBeans нам он и понадобится. Так. Apache NetBeans Linux 64. Вот он. Значит, что мы делаем? Мы набираем сначала полные права. И файл. Ну, можно Apache NetBeans, у меня здесь больше нету, поэтому первые две буквы tab, вот он высветился. Да, давайте. Вы свою версию здесь пишите, может будет уже другая версия. Дальше просто запускаем. Так. Не вижу я. Ладненько. Так, стоп. Пробуем так.
Так, что-то ничего не понимаю. Что за фигня? Будем ругаться. Так, команд no food. Не может такого быть. Ничего не понимаю. Вы знаете, надо проверить. Вот. Исполняемый мне был сделан, ничего не получилось. Ладно, уже сделали. Все пошло. Сейчас должна высветиться окно, и здесь можно выбрать на начальном этапе, какие плагины ставить. PHP, кому надо, делайте, я его убираю, потому что я им не пользуюсь. Пока то, что есть, пусть то и будет. Ну вот JavaScript нам важный, что есть. Окей. Далее. Next. Прокручиваем, принимаем. Теперь куда поставить? Она предлагает поставить, в принципе, можно опт папку выбрать, но все-таки мы для пользователя поставим, как она и предлагает, user, local, и вот здесь будет. Либо можно опт. Ну, все-таки user будет с пользователями JDK Apache, пусть будет user. И мы next включаем флажок check for update, автоматические обновления и install. Все, пошло ставиться. В конце видим, установлено успешно 11 install. Дальше создан ярлык. Финиш. Открываем меню, смотрим. Вот она появилась. Добавить на панель. И пробуем запустить. Так, и где Ви? И где они? ID запускается. Она действительно у нас, если мы проверим, файловая система, user, local, NetBeans. То есть если мы хотим ее удалить, то понятно, тоже переходим сюда, в этот каталог, и вводим точка слэш, он install сече. Все, сэш. Значит, запустилось. Теперь давайте, ну, вообще проекты потом будем уже создавать. Первый на Java создадим. Посмотрим, какие проекты можем создать. Java, ну понятно, что JavaScript. Нам еще надо добавить Python, Django и надо добавить Kotlin. Это при помощи плагинов.